И здравствуй, товарищи, с вами снова Сет, и мы продолжаем проходить Walking Dead эпизод 1. Остановились мы на том, что у нас был выбор уйти с девочкой, насколько я понял, или остаться здесь и обшарить все. Поищем помощь, пока не стемнело, или как только сядет солнце. Ну давайте уйдем, как только сядет солнце, мы станем менее заметны, если будем двигаться ночью. Мои родители могут вернуться. Да, вот и заодно и подождем твоих мертвых родителей. А, нет, все-таки он говорит, что уйдем. Но я хотел еще... будет сложно с такой ногой. Не знаю, зачем я выбрал ночь на самом деле, потому что я не люблю на самом деле ночной сеттинг, там все темно и не то чтобы страшно. Блин, я надеялся, что мне дадут время полазить по дому у них. Я помню, что я что-то на кухне не обыскал. Я всего две штуки из трех прошарил. А, ну и я загуглил немножко, как сделать, чтобы игра не фризила. Сказали, что надо отключить тени, и это многим помогло. А, ну пока я фризов не вижу, возможно, на самом деле помогло. Да и ненавижу тени в играх, они обычно сделаны довольно хреново. И никакой роли особо-то и не играют, только мешают смотреть. Хотя тут, конечно, графика рисованная, здесь тени должны быть четкие. Хотя они и так есть рисованные, видите, тени. Чик-чик. Не динамические просто. Так что не думаю, что мы сильно потеряем в картинке из-за этого. А почему ты здесь встала? А почему мне ничего не подсвечивается? Иди открой. Полицейская машина. У американских полицейских машин всегда есть ружья, дробовики лежат. Это я знаю, надо теперь просто достать оттуда дробовик. Ну вот это вот... Ублюдка, да почему ублюдка-то? Чё, если негр сразу ублюдок? Я не знаю, они за мной, они за тобой. Потому что я черный, девочка, расизм. Я медленно выхожу. Здесь маленькая девочка. Но они думают, что я зомби, я так понимаю, то есть, но я-то не зомби. Но если бы я был зомби, разве я бы услышал и начал бы прятаться от пуль? По-моему, зомби тупые. И ты закон... Я думал, что меня арестовывают. Черт, я не это имел в виду. Блин, не успеваю прочитать все три варианта. Нет, в общем-то, отключение тени не сильно помогло, FPS опять упало. Может, графику поменьше сделать? Друга черта? У вас был друг черт? Много в лесу. Всего лишь девушка внутри. Много в лесу, не буду говорить, что девушку убил. Да, мы спали в домике с маленькой девочкой. Но это так, не для протокола. Вот этот полицейский, прям вижу то, что он смотрит на меня таким взглядом, как будто сверлит. Он прям, я вижу, что он расист и ненавидит негров. Ее нянька, сосед, просто парень. Просто парень. Просто парень. Yeah. Шон запомнил ваши слова. Ну вот. Давай выдвигаемся. О! Это же Уве Болл. А твоя машина, надеюсь, это полицейская с ружьем? Ты чё, стрелять не можешь? Ну дай мне пистолет, вонючий коп. Я не впервой. Я молотком женщин забиваю. Ну, мертвый, конечно же. Хоть сбей его. Ты чё, ты даже не сбил его, слабак. Вон старикашка-коп сбил спокойно. Правда, скорее всего, он просто зазевался и не мог смотреть на дорогу, так как его, ну, время ночного, дневного сна, то есть, было. Ну блин, FPS, ну что за дерьмо? Все равно вот сейчас на 3 секунды, но FPS просел. Я, конечно, понимаю, что заколупал уже об этом говорить, но надо что-то с этим делать, ребята. Графику на минималке ставить полностью. Это печально, потому что тут графики-то нету, по сути. Мой комп не такое должен тянуть. Ну, он и тянет не такое. Просто оптимизация в игре не очень. Не самая лучшая. Черт был хорошим чуваком. Одним из лучших. То есть, серьезно, нас покидает сейчас единственный человек, у которого есть машины и оружие, да?
Это что за гринписовец? Старый Брекон, думаю, что у него кобыла захромала. А, просто старичок, наверное, еще не знает. Я не понял, они знают или нет? По-моему, это только вчера началось. Вот это зомби. Твой сын спас нам, нам нужно укрытие. Ну, твой сын спас нас, пусть гордится за сына. Значит, ты же только ты и твоя дочь, она не моя дочь. А, то есть, вот для этого он запомнил мои слова. Ну, хотя бы девочка нас не подставила. Я для нее ведь мертвую шлюху убил. Ну, я не знаю, шлюха ли она была или нет, но... Но мне просто нравится фраза «мертвые шлюхи». У Зулина в обзоре еще услышал. Ну и у Эльдара Бродвея в скетчах. Да, люблю воровать чужие фразы. Че вы, шернуться? Я понимаю, что если увидели негра, то сразу думаете, что он наркоман. Но может все-таки бинтами лучше там разрезать штанину аккуратненько. Могло быть и хуже. Расскажи первое, то, что болит, ужасно скажет. А, клянчить болеутоляющий, у меня наркоман хренов. А я и не говорил свое имя. Меня зовут Ли, как Брюс Ли. Я и не говорил его. Ну, теперь самое время. Запомни, Ли. Рад знакомству, Ли. Я Хершел... Да, поверх этого. Поверх штанов бинт накладывать. У чувака явно была двойка по ОБЖ. Авария. Куда ты ехал до аварии? Ну, тут я правду не скажу, пожалуй. А, ну... Из Атланты. Тут правду и нельзя сказать, то, что меня арестовали за убийство какого-то там... Я уже забыл, кого это было целых 20 минут назад, вы чё? С кем ты был? С девочкой? С офицером полиции. А вот это я зря сказал, чтобы я домой ехал с офицером полиции. Да. Я ужасно милый парень. Да она же не дочь, он же... Тебе же сын сказал, ты что, старый склеротик, что ли? За Гринис. Они на самом деле зеленые какие-то. Снова забор поставить? Вы хотите строить забор? Да. Маленькую девочку внизу. Пахнет как негр. Навоз. Миньор. Но не будем выражаться при девочке, говорить, что это дерьмо прям. Я тоже скучаю по маме и папе. Ему 37, скорее всего, они... Блин, я знал то, что у людей глаз может дергаться от нервов, но чтобы губа, уголок губы дергался какой-то девочки, я такое в первый раз вижу. Я люблю тебя, малыш. Вряд ли это ему говорят. Ну, разве что его называют малышом. Или это очень давние воспоминания, или он до сих пор живет со своей мамой, которая называет его малыш. Ну, неплохой разброс. Жил с мамой, теперь живет с 8-летней девочкой. О, новое лицо. А девочка где? Проснулась. Ну ты ж спала в хлеву, маленькая леди, тебе повезло. Да, еще прикольно то, что... Кенни? Угадайте, кто умрет. Ну явно не человек с именем Кенни. А в оранжевой бейсболке. Нет, как вы могли подумать о таком? Кен младший. Хотя я зову его Дак. Утка, что ли? Крякает? Мы из города Форт Лодер, мы ехали назад, пока не пришло, сегодня пришло к чертям.
Просто его зовут Дак, а фамилия Даффи, получается, что он Даффи Дак. Да. Парам-парам-пам. Пиу. Конечно, мы поедем с вами, я спрошу девочку. Я подкаблучник. Он же сказал миссис, а не мисс. Клементайн. Вот это миссис, а девочка мисс. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. Yeah. Well, а может позовем против них какого-нибудь этого? On the tractor? Cool. Блин, этого. Эдварда Каллена из Сумерек. I can keep an eye on your little girl. Просто это городишко похож, по-моему, на тот, который в Сумерках был. Может, я ошибаюсь, конечно, я не так детально изучал Сумерки. Вот смотри, девочка, если будешь много бухать, ты все равно не станешь такой, у тебя кожа темнее. У тебя красивые волосы, они все запутались. Это называется дреды. Когда родителям лень делать нормальную прическу детям. Катей? С Катей? Ну-ка. Lead. A young woman can take care of herself. Yeah, okay. You having a nice time with Katya Clementine? Катя. Yeah. На самом деле говорит Катя. Но они, конечно, с акцентом их Катя. О, чё, типа перебинтовали ногу и всё? Не болит? It's not the most reliable pickup in the world, but it gets the job done. Пикап мастер. Пробам. Жаль, руки он поднять не может. Честно говоря, это кусок дерьма, но ездит нормально. Странные у них понятия, то есть, если он ездит нормально, почему он кусок дерьма? Вот, например, для русских машин, если она ездит, то она уже не кусок дерьма. Для русской машины, если она завелась, то она уже не кусок дерьма. Правда, во всех остальных случаях она кусок дерьма. Да и будем честны, во всех случаях русская машина кусок дерьма. Раскритиковать чего-то там. Это вот этот забор вы что ли строите? Но я как-то не сильно вижу, чтобы вы строили. Я, конечно, понимаю, что это будет нестандартная ситуация, когда негр подгоняет белых людей и говорит: давайте стройте быстрее, а то у меня ведь нога ранена, я не могу гвозди вбивать. Чё скажешь, ребенок? Он вроде не немой. Почему он так себя ведет? Я же слышал, как он разговаривает, и он слышит, что говорят другие люди. Почему он сейчас ведет себя как какой-то глухонемой или умственно отсталый? Хотя насчет второго я не уверен. Какое странное управление. Я сейчас жму вправо, и он катится вправо, собственно. Я жму прямо, и он не идет. Наверное, туда просто нельзя пройти. Невидимые стенки — это клево. Обожаю в играх невидимые стенки. Что, как я здесь оказался? А что мне, собственно, нужно сделать? Кто-нибудь мне скажет? Тут есть какие-нибудь эти? Так, ну там трактор. Тут у нас эти. Ладно, пойду ограблю их дом. Я же негр, я не знаю, что негры делают в свободное время. Что я должен сделать, блин? Похоже, эти двое нашли общий язык. Ну, рад за них. А мне-то что делать? Тоже найти с кем-нибудь общий язык? Может, калитку откроем, выйдем отсюда? Там собака здесь должна быть, наверное. Нет? Что-то я даже... Не знаю, может, в колодец пойти, там, девочку найти какую-нибудь, длинноволосую брюнетку. Тоже лет 8, нет? Нельзя. Окей, escape. Нет, тут ничего не написано. Блин, ускорения нет ни на shift, ни на control, ни на что. А, вот, доска, осмотреть забор. Эта штука сдержит их. Сейчас он скажет, ну на время точно. Забаррикадируем, да? Ладно, мы это уже слышали. Блин, нельзя пропускать диалоги, ладно. Что еще я пропустил? Блин, долбанный дятел, прям форточку долбится. Ну давай, пилить будем. Будем пилить.
Сейчас я убью птичку. Ага, я понял, надо все-таки с бабами поговорить. Выглядите расслабленными, кем ты работаешь, как было в городе, и выйти. Вы знаете, по-моему, и так видно, кем она работает, но я все-таки спрошу. Мертвецов. Ветеринар. Да, я думал, типа, местная алкоголичка. А чё, лошадей не боишься? Комплексы или что? Ну и толкал Крэку с этим студентом. Вернемся к нормальному, может остаться такое, что-то там. Вы знали, что Катя ветеринар? Я был неправ. В чем я был неправ? Я не понял, а что, в чем я был неправ? Выглядите расслабленными. Как было в городе? Ну давайте, расслабленными. Ширнулись чем-то, нет? Клементина только что рассказала мне, что учится в первом классе. 8 лет? Фу. У нас в 6-7 лет в первый класс уже идут, а у них 8. А таблицу умножения в 9 учат. Ну так же нам Задорно все время втирал в детстве. То что вот, американцы тупые. Как прошли через город? Кенни просто поехал. Мы могли помочь многим людям, но нет, ведь нахер они нам нужны. Все нормально, все хорошо, тебе не обязательно рассказывать. Мы так же делали всегда. Прошел Дак? То есть, в смысле, прошел утка? А кто не хочет? Вещи происходят просто так, раньше бывало плохо. Никто в здравом уме не откажется. Семья, барбекю с пивом и друзьями. Это я знал, что все на алкоголь сведется. Вот просто так ничего не бывает. Скоро вернусь. Но я не думаю, что очень скоро он вернется, потому что... Тебе не нужно в туалет или что-то в этом роде? Ли, молодая женщина может позаботиться о себе. Ну а теперь-то мне что сделать? Снова поговорить с ними? Эй, скоро вернусь. Надо все-таки снова переговорить со всеми. Блин, камера здесь не очень удобная. Ну давай, чувак. Скажи мне что-нибудь. Как дела у сына? Какие у вас планы? Ну давайте сразу к делу. Нужна помощь? Не, думаю, что сам справлюсь. Отлично, уходим от него. Мне бы чистую рубашку. Я в порядке, даже не представляю. Я в порядке. Значит, у нас нет детей. А чё, ты хочешь, что ли? Быть тем парнем. Как дела у твоего сына? Какие у вас планы? Правительство начнет отдавать приказы, национальная гвардия начнет их выполнять, дела станут хуже. Уплыть на лодке. Я коммерческий фишерман, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Катча не будет wild about it, but the boat's not that bad. Лодка не так уж и плоха. Ну да, как твоя машина, я понял. Вы узнали про лодку Кенни. Какой-то парень схватил моего сына. Я подумал, что он хочет похитить его. Уже через пару секунд я подлетел к этому подонку и... Боже, слава богу, я был там. Мы видели много до того, как наткнулись на Хершела. Никто не сможет досаждать нам. Вы проявили интерес к его семье, но надо сказать то, что я сделал это не намеренно. Но мусор они выкидывают прямо под этот, под крыльцо. Руки бы оторвать за такое. Чё, мальчик по-прежнему будет вести себя как Даун? Мальчик Даун. Да, мальчик Даун. Не знаю, что им, диалог лень было ему прописать или чё? Давай, чувак, ты чё скажешь? Шон до сих пор работает над этой... над чем? Негр типа такой, он работает, ладно, не буду подходить к нему и помогать, вдруг ещё подпрягут.
Ну и, собственно, я опять не представляю, что нам делать, как нам выбраться отсюда. Так что, думаю, на этом летсплей закончится. Мы со всеми тут поговорили вроде бы. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. А с вами был Сет. До свидания.